В середину переваливает сезон, и если они не начнут зарабатывать очки прямо сейчас, то их ждет вылет. Слабо, серенько играет команда, но шансы остаться в лиге у нее еще есть. Хендерсон. Спасибо, отличный пас, сказал соперник. Ну что это за игра защитника, а? Ушел мяч. Аут. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Мяч вынесен подальше. Ворот опасность миновал. Маркизм. Не прошла эта передача мяч у соперника. И вот потери в центре поля. Диас. Перехват в центральной зоне. Отличный чистый отбор. Маркизио. Микки. Удар! Опасно! На некоторое время обезопасил он свои ворота. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Мюллер. Микки. Маркизио. Хендерсон. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Смотрим за этой атакой. Мяч сыгран. Мяч выбит. Угроза миновала. Куарежма, Бернардо. Могло бы получиться, но бы не считалось. Мяч на боковой линии. Вот пар. Плохо сыграно, мяч потерян. Слишком поторопился игрок, залез в офсайд. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Мюллер. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит.
Мяч ушел на угловой. Спасает он свою команду. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Микки. Знаешь, мне вот не доводилось работать на Донбасс-арене, но я был один раз в качестве зрителя на матче Шахтера с Зенитом. По-моему, это была одна из самых ярких игр Зенита. Повезло тебе, Георгий. А мне вот ни разу на Донбасс-арене побывать не было. И пошла передача. Какой навес! Диас! Берег спасает защитник свою команду. Да, момент острейший. Вынес мяч защитник прямо с ленточки. Варежба Бернардо. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Мяч потерян. Штрафной ставит судья. Надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Ждем угловой. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Отлично выбрал позицию. Решил пробить. 3 минуты будет там. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хендерсон. Вот и повтор опасного момента. Итак, первая половина встречи завершена. Возвращаемся на Донбасс-арену. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Прекрасный навес! На этот раз взломать оборону не получилось. Мяч выбил. Забивать надо! Диас! Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Перехват в центральной зоне. Да Сильва.
Тимари. Есть варианты развития атаки. Защитник справился. Задача — мяч выбить. Аут. Микин. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует. Куарежма, Бернан. На грани офсайда хотел сыграть, не получилось. Никаких шансов не оставляет нападающему поднятый флажок бокового арбитра. Поторопился форвард и оказался в положении вне игры. Мюллер. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Хендерсон. Диас. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Микки. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Ну что это за игра защитника, а? Очередная потеря. Хендерсон. Куарежма, Бернардо. Микки. Ушел мяч. Аут. Не прошла эта передача мяча соперника. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Перешел к другой команде. Микки. Благодаря стараниям защитника этот пас на фланге не прошел. Пас головой. Атака продолжается. Какой шанс! Куарежма, Бернардо! И что это? Гол! И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? Наконец-то счет открыт, а то в первом тайме мы немного заскучали. Удар поворотом. И на месте голкипер. Штанга! И мяч уходит за пределы поля. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Мяч покинул пределы поля. Тут просто подарили мяч сопернику. И есть поддержка у этой атаки. Какой навес! Ди Мария! Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Посмотрите, какой кросс в штрафную, а? Великолепная передача, оставалось ее только замкнуть. Да, вот это идеальное завершение стандарта. Точный удар головой и вратарь без силы. Да там... Никто вообще дернуться не успел, включая даже защитника. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ну что, посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. Стадион заполнен, болельщиков полно, и они сегодня не молчат, поют, шумят и кричат, гонят команду вперед к победе. Да, тут всегда очень активно болеют, и согласись, это очень здорово.
Отличный кросс. Прекрасная передача. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует. Боковой арбитр зафиксировал офсайд. Так здорово сыграно. Головой и так точно. Микки. Прекрасный навес. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Мюллер. Сильва. Куарежма, Бернар. Игра закончена.